Добрый день всем, кто пришел сегодня на нашу встречу, посвященную Международному дню инвалида. Добрый день всем, кто не остался равнодушным к этим людям. Сегодня мы очень рады поздравить людей, этих людей самыми теплыми, самыми искренними словами. На календаре начало декабря. Не за горами зима с лютыми морозами и снегопадами. Так почему же именно в эту пору мы отмечаем этот день? История его возникновения началась в 80-х годах прошлого столетия, когда Организация Объединенных Наций объявила в 1983-1992 годах десятилетием инвалидов. В этот период проводилась работа по принятию мер в целях улучшения положения инвалидов, обеспечения для них разных и равных возможностей для дальнейшей их интеграции в общество. Международный день инвалидов – это день подведения итогов, сделанных для этой категории граждан, анализа фактического положения людей с особенными потребностями в обществе и определения планов по улучшению их жизненного уровня. Но кто они, такие эти люди, которых мы называем бережно инвалиды? Почему мы теряемся, сталкиваясь с таким человеком? Почему чувствуем какую-то неловкость в их присутствии? Потому что понимаем, что этим людям нужна помощь, наша с вами помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы требуют немедленного разрешения, об этом мы можем только догадаться. Но мы знаем также, что каждодневная борьба с этими проблемами и есть их жизнь. Низкий поклон вам, люди, с физическими недостатками, но с искренними сердцами и теплыми душами. Дай желтой, ты обнимаешь меня.
Сегодня поздравление предоставляется главе Коломойского сельского поселения Елене Петровне Кузубовой. Добрый день, присутствующие в нашем зале. Ну, слово «поздравление» лично для меня как бы, ну, не очень уместно. Я бы просто хотела обратиться к людям с ограниченными возможностями и просто пожелать им терпения, благополучия, достатка, здоровья прежде всего, чтобы в обществе всегда их уважали, ценили, любили. Мне сегодня очень хочется поздравить еще, ну и вручить небольшие, скромные, но от всей души сувениры или подарки нашим самым добрым, активным. Это Яночка, которая, ну, влилась и к нам, и мы всей душой приняли ее. Огромное спасибо и маме, и бабушке, активисткам нашим, которые помогают нам с Яной. Но, вы знаете, от всей души, честное слово, Яночка, я хочу тебя, солнышко, поздравить. Спасибо. Вообще-то пожелать здоровья, благополучия, чтобы ты никогда не грустила. Спасибо. Вот была всегда активной такой девочкой и нас никогда не забывала. Спасибо. Это тебе от нас такой небольшой скромный подарочек, спасибо, но от всей души. Ну, конечно же, нашего председателя организации общества Юра, от всей души прими, ну, мои поздравления, пускай будут поздравления. И, знаешь, мы всегда про тебя вспоминаем. Ты очень сильный, крепкий человек, очень активный и очень добрый. Всегда отвечает на любой звонок, всегда. И, ну, будем так сказать, положительно всегда. Поэтому это тебе от нас. Очень ответственно. Ответственно все. Молодец. Ответственно ко всем. Мы с вами. Жизнь всегда прекрасна, и каждый чем-то одарен. Пусть будет только радость властна, и свет надежд не побежден. В водовороте всех событий, на самом тяжком рубеже, надейтесь, веруйте, творите, как заповедное на душе. Иди.
необычный день, торжественный, но с отблеском печали. Нет-нет, и набежит на лице тень. Вы у друзей такое замечали? Но жизнь есть жизнь, хоть пенсия мала. Не ждите, что долги за вас заплатят. Вы оптимисты, вашего тепла не только вам, но и здоровым хватит. 9 декабря – день сильных духом людей, день тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. Сегодня ваш день. Мы, конечно, поздравляем вас. Позиции в этой жизни не сдавайте. Любите и творите, и дерзайте. Надежды, веры, свет, чтоб никогда он не погас. Thank you.
под шапочкой нету ничего, и глаза унылые что-то не горят. До свидания, милая, я теперь солдат. Прекрасно. И каждый чем-то одарен. Пусть будет только радость властна, и свет надежд не побежден. В водовороте всех событий, незастанав на рубеже, дерзайте, верите, творите, как заповедно на душе. Пусть будет жизнь до края полной, без ограничений и без бед. И чтобы счастья и здоровья хватило вам на сотню лет. Самое главное для человека – это дружба. Без дружбы душа может погибнуть. Люди, которые умеют дружить, самые счастливые на земле. Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько он помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее. Мы все готовы сделать наш мир лучше. Так давайте же нести миру добро и красоту. Thank you.
Хочется крикнуть людям: будьте щедрее на ласку. Пусть человека труден мало похож на сказку. В мире без ласки, знайте, слезы, дожди, морозы. Взрослым и детям знайте, ласка нужна, не угрозы. Стремитесь открыть хоть однажды звезду человечности в каждом. Thank you.
Слушайте. Бокал стоял на столе. Вот хоть. Кланяемся вам по пояс. Дорогие друзья, еще раз мы вас поздравляем с Международным днем инвалидов. Желаем вам, чтобы вы не падали духом, ставили перед собой определенную цель и добивались ее. Пусть это будет даже самое элементарное дело, но это уже будет ваше достижение, ваш успех. Удачи вам, уважения и помощи со стороны окружающих вас людей. Пусть всегда у вас все будет утро добрым, день радостным, вечер приятным, ночь спокойным, а жизнь всегда счастливой. Не спишь, что ты можешь? Ну, надо мне сейчас спать. Без... Да ну ты что, днем? Спить, спить, сколько влезет. Прям радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
мені так хочеться послухати, пела ти на 23-те, помниш? Що бокал з водичкою на столі, от забула, як вона називається. Хорошо, що ти прийшов. Во, вона любить. Так, по церемонії обійшов, але не набрехав. Чи наше?